Забавно у нас город Магнитогорск. Я, честно говоря, вот в прошлом году попробовал реализовать две ненужные коляски. Куда их было сдать-то мне? Да некуда, пришлось на рынок ехать. И посмотрел я цены на рынке. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я также знаю цены в крупных торговых шинных центрах. Тоже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Они не дешевые цены. Но сейчас начинает открываться фирменный торговый центр. И вы не думайте, что за вот этим зданием, покрытым в металлопрофиль, с вот этим брендом Yokohama, скрыты какие-то потрясающие большие цены. Нет. Потому что люди выбрали себе направление, есть общий и широкий ассортимент, и цены-то великолепные. А тем более, какая резинка вкусная, Yokohama. Но чтобы за такую приехать, куда надо ехать? Опять же, до центра города, в принципе, недалеко. Примерно 100 метров от меня улица Советская. Это улица Оренбургская, то есть здесь они косяком встречаются на Пятикрестке. Точнее, это улица Лесопарковая, вот тут промежуток улицы Оренбургская. Да вы поймете. Если поедете в сторону аэропорта, на вот этом замечательном перекрестке, вдоль лесопарка, и приедете сюда. Либо вот со стороны Советской заедете. И поймете, что такое великолепная японская шина Yokohama. Мы в нее влюбились в пору сотрудничества с T-Motors. Тогда еще заряженные субарики, небезразличным к телевидению хозяинам, обувались только в эту резину. И автомобили без того приятные своей американской сутью, прилизанной на полный привод, в Yokohama-то катили отлично. Но цены были ого-го. Реально, эта резина-то дешевле основных брендов. И в этом легко убедиться, приехав в новый шинный центр. Шинный центр одноименный. Он располагается на улице Оренбургской. Это южная конечность поселка Крылова. Здесь прописалась сегодня Yokohama. Да вот так вот я тоже могу. Специально для тех, кто лазит по интернету и тырит интересные видео со мной. В принципе, могу я стендапы делать и по-пластунски, и под танками, и на самолетах, да везде. Где мы только не были. Почему я вот присел сюда и вот в такой томящейся позе сижу и думаю о том, что если бы я был султан, я бы трех жен бы не имел. Мужики, по секрету скажу, три жены — это три большие головные проблемы. А головные проблемы с автомобилем решаются, если у вас стоит резина Yokohama. Потому что здесь, на Оренбургской 2, в настоящем фирменном центре, Yokohama представлена во всех ипостасях. То есть, конечно, фирменные торговые центры, ну, которые типа должны быть торговать какой-то одной продукцией, будь то Бриджтон или Мишлен. Но там всего много. Зачем? Когда Yokohama, допустим, выпускает все, и на джипы в том числе. И раз уж у нас сезон лета, а вы, естественно, поставив свою старую летнюю резину, вдруг внезапно почувствовали, что как-то, ну, косячно себя автомобиль чувствует. Надо же новую поставить, тем более недорогую и фирменную. То вот, пожалуйста, все летние профиля. C-Drive, видно, да? Так все красиво. Ну, у Yokohama есть такая особенность, ну, любят такие японские витиеватые конструкции. Вот, есть и S-Drive. Резина с индексом V. Вот. И Максим выбрал специально для тех, кто хочет бесшумно перемещаться. Децибел. То есть тихо едем. То, что нужно для моих автомобилей. ZR. AVS. Sport. И вот, к сожалению, была здесь одна резинка, Parada, которую вы, к сожалению, и моему в том числе пока не увидите. Вот тот профиль, так профиль. Как раз для тихих магнитогорских драйверов, в том числе и для меня, потому что наконец-таки у меня Skype поехал. Эта резина вызывает гордость у хозяина, а секрет-то прост. Yokohama — единственный серийный бюджетный вариант рейсеровской резины, которую вообще можно купить. Другие заточены серединка на половинку, это на драйв. Еще раз напомним, что цена ниже, чем на крутые бренды, закатанные телевизионной рекламой. Проверить это легко. Труднее отказать себе и не купить Yokohama. Вот так вот приходится залазить на джип, когда двухметровый снимает 1.75 м. Вы же должны знать правду. Я сейчас вам еще кое-что открою. Почему в Магнитогорске жить плохо и не сытно? Потому что все уже давным-давно попилено. То есть центральные улицы, они попилены. Еще в 90-х годах.
Поэтому у нас там строятся торговые центры, в которых, извините, делать нечего. Но за хорошими ценами и за отличной резиной вы теперь знаете, куда приехать. За моей спиной пожарная часть правобережного района, расположенная на улице Советской. То есть, получается, Радуга Вкуса, дальше больница Треста Магнитострой, сейчас на третьей больнице, дальше, соответственно, училище, не помню какой номер, потом уже пожарка. И вот за пожаркой располагается фирменный центр Якогама, в котором есть любая резина этого бренда, в том числе и на джипы, чего я раньше и не знал. Я, честно говоря, думал, что, ну, они как-то специализируются более по спортивному направлению. Но оказывается, есть все.